Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, Ты победитель, Ты есть свет, Ты наша победа, Ты наша сила, и никто не победит нас во Христе Иисусе. И мы благодарим Тебя, что Ты наш Господь, что Ты наша сила, Ты наша победа. Иисус Господь, Иисус Господь, скала наша, твердыня наша, упование наше. Слава Тебе и хвала. Воздадим славу Господу. Он достоин всей славы. Он достоин всей хвалы. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Христу! Слава Богу! И я благодарю Бога, что здесь народ, ожидающий хлеба с неба, благодарный за это поклонение, которое действительно мы пережили. И в этом поклонении пережили встречу с Богом. Кто пережил встречу? Кто пережил прикосновение? Слава Богу! В мозгах порядок, в сердце мир, в сердце покой. Аллилуйя! Слава Господу, что Господь уже двигается. Аминь. Благословите друг друга и садитесь в мире, в любви, ожидая, что и Бог дальше будет двигаться. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу! Слава Богу, что действительно в этой церкви я был гостем, был просто, приходил, как бы участвовал в собраниях, но в такой роли не был проповедующего. Но вот сейчас оказался. Пастор вас пригласил, вот пришел. Слава Иисусу! И ваша церковь называется Ковчег. Вот это название, оно даже ко многому обязывает. Вот когда говорю церковь, Ковчег, я действительно понимаю, что это церковь, где спасаются люди, что это корабль для спасения утопающих, погибающих. И слава Богу за много, которое здесь служение совершается. Я знаю, что в этой церкви много служений, которые направлены на спасение людей, на спасение душ человеческих, чтобы подкрепить, ободрить, вдохновить, чтобы действительно люди подымались из праха, из пепла и садились с царями и князьями, как и Бог обещал. И это есть. Слава Господу! Слава Богу! Аллилуйя! И знаете, если мы посмотрим Ефесянам 4:16, там есть такое слово, это обращено к церкви. Здесь мы читаем, из которого все тело. Церковь Христова – это тело Христова, и оно, тело состоит из членов каких-то, и члены этого тела – это мы. Каждый здесь присутствующий – это член тела Христова. Это действительно, знаете, ко многому обязывает, что я насажден Богом в Его теле, чтобы не просто бездействовать, а приносить плод, служить, помогать другому, вдохновлять, чтобы это тело, написано, составляемо, совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого в любви. И знаете, церковь, она будет единая, она будет благословенная, она будет сильная, способная исполнить волю Божию только, когда мы служим друг другу. И слава Господу за каждого, кто уже служит. Это действительно полагает душу. И в этом служении я верю, что церковь ваша растет. Но есть люди, которые, знаете, молятся годами, постятся, молятся, открой, дай волю Божию. Где мы служить? Как служить? Но знаете, у Бога все просто. Служение Богу может совершить каждый. Просто. Это явить Христа. Вот служение Богу. Не надо ничего-то замысловатого. Знаете, приходит, постился 5 дней. И там такое, что-то Бог дает, там где-то летает, да не надо, яви Христа. На автобусе, в работе, где бы ты ни был, яви Христа. Господь говорит, вы соль и свет миру. Все, аминь. И видевший тебя, видел Христа. Тут не надо, знаете, стесняться, да кто я такой, очень сильный. Ты царственное священство, ты ученик Христов, ты свидетель Божий, ты дитя Божие, чадо Божие. Слушайте, столько наименований, столько Бог дал в нас.
Это сильно. Это не кому-то такое обращение. Знаете, кому-то назвать, Бог называет сам чадо, дитя мое, царственное священство. Слушайте, когда Бог обращается с таким обращением, это к чему-то обязывает и действительно вдохновляет. Аминь. Другими словами, служить легко. Являйте Христа. Не надрывайтесь. Вот и видите Его милость, и видите Его любовь, терпение, мудрость, милосердие, жертвенность, все. И как Иисус говорит, видевший меня, видел Отца. И также видевший нас, вот с этими качествами видел Христа. Аминь. И вот это все Господь нам дает. Знаете, силу являть Христа, благодать дает, любовь, все дает. Чтобы тело Христово, оно созидалось. Чтобы Царство Его распространялось. И Бог это ожидает, что это будут делать Его дети, Его ученики, а не кто-то. И Господь обращается не к этому миру, а обращается конкретно к Своим детям. Матфея 28, 19. И говорит, итак, что там написано? Итак, идите, проповедуйте Евангелие и научите все народы. И вот, сейчас. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И вот тут, смотрите, мы называем это великое поручение. Кто это знает? Великое поручение. Великое. Кому это обратился? К миру, Иисус? Нет, к нам. Это Он нам доверяет. И когда Он говорит «и так», это Он значит, а Бог понимает, что мы способны исполнить это слово. Мы готовы это. Мы уже, Он облег нас силы, дал благодать и все. Мы можем исполнить это слово. Поэтому Он и обращается к нам. Великое поручение к великим. Говорит, ты можешь. Ты, у тебя получится. Понимаете, как Бог на нас смотрит. Это мы порой себя так занижаем. Да кто я это? Слушай, тебе великое поручение Бог доверил. Великое поручение. Он кому попало, это не дает. Он знает, кого он, тот, кто может исполнить это слово. Аминь. Это дело, поручение. Итак, Господь, итак, значит, скажи, я готов. Я буду проповедовать во имя Иисуса Христа. И дальше написано, идите. Идите, не сидите. Не ждите, не бойтесь, никого не бойтесь. Бог – сила наша, Бог – смелость наша. Если ты имеешь глубокие отношения с Богом, если ты действительно дитя Божие, если ты живешь не по плоти, а по духу, и у тебя дух дает этой смелости сказать, поднять руку, я дитя Божие, ты исполнишь это. А когда в грехах живешь и говорят, ты дитя Божие, он не знает, грешник, ему надо покаяние. И чтобы исполнить эту волю, нужна сила. Сила Божия, не своими силами. И дальше, идите и научите народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Кому это доверяет? И научить, и крестить. И смотрите, Иисус сказал, что мы ученики, мы Его свидетели, и мы царственное священство. Крестить – это священникам. И вот здесь и ученичество, и свидетельство – и священство. И это все мы в одном лице, и Бог нам доверяет, говорит, идите, я вам даю великое поручение. Вот с этого момента смотрите на себя, что вы великие. Это не для того, чтобы завернулся нос, а для того, чтобы исполнить Божие поручение во имя Иисуса Христа, чтобы этот ковчег церковь наполнился, открывались новые церкви, новые служения. Бог насадил только с одной целью насаждает, чтобы тело Христово распространялось, Царствие Божие распространялось и наполняло всю Россию и Сочи. Аминь. Аллилуйя. И мы читаем также в Евангелии написано, «Сим занимайся постоянно». Чем? Свидетельствуя. Вот я засвидетельствую о своей жене, слава Господу, что куда бы она ни шла, она берет газеты и говорит, я хочу там засвидетельствовать. Идет, там скажу, там скажу, там скажу. И я не видел нигде, куда бы она пришла и где бы ни сказала о Христе. Нету такой ситуации, нету такой встречи. Везде скажет. Поэтому и да благословит нас Господь, чтобы мы также этим занимались. Аминь.
И почему вот это Господь побуждает нас проповедовать Евангелие? Почему Он вдохновляет церковь, иди и проповедуй Евангелие? Он говорит, я не хочу, чтобы кто погиб, а я хочу, чтобы все имели жизнь вечную. И это желание Божье. И Он действительно Духом Святым вложил в наши сердца. Я верю, что церковь имеет сострадание Божие, жертвенность эту Божию. Видя вот это, когда люди погибают, и люди просто, как сказать, от этой пустоты не знают, куда деться, не знают, куда себя деть, сколько самоубийств, сколько разводов, сколько, как их там, бьются в семьях. А Господь этого не хочет. Он есть любовь. Он говорит, чтобы в каждой семье была любовь, в каждых отношениях была любовь, чтобы люди наследовали Царствие Божие, имели жизнь вечную. Это желание Бога. И Бог в нас. Это желание поэтому и у нас. И мы хотим, чтобы люди спасались. Мы хотим, чтобы в любовью созидалась семья, отношения в родстве, во всем была любовь Божия. Чтобы не было насилия, зла, чтобы дьявол не имел никакого места и части, чтобы не мог вот это портить отношения. Говорит, иди и проповедуй Евангелие. Вот тебе великое поручение. И я знаю, что все хотят пробуждения. Мы сколько слышим пророчеств, что грядет пробуждение. Аминь. Все полны вот этого ожидания пробуждения. И действительно это так. Последние времена, знаете, как перед дождем, вот тучи, небеса, вот так, я вчера был в лесу, и вот ветерок такой, знаете, и ветерок, как вот такой прохладный, холодный, и листья начинают как бы сдвигать, понимаешь, что будет дождик. И вот это ощущение последнего времени, знаете, оно должно быть у нас, это действительно так. Чтобы каждый полагал душу свою за других, Бог и ожидает. Если мы в церкви будем полагать душу за других, знаете, помогая друг другу, ободряя, вдохновляя и распространяясь на этот погибающий мир, знаете, спасение придет нашему городу, России. И все будут спасены, слава Господу. И как пророчества говорят, что из России пойдут делатели и жнецы по всему миру. Слава Богу. И что я верю, что каждый хочет, чтобы на этой жатве и на этой ниве оказались мы как делатели. Не как тунеядцы, а как делатели. Аминь. Чтобы собрать Божью пшеницу в его амбары. И знаете, без помазания, без веры, без силы Духа Святого это служение не совершить. Слава Господу, что, знаете, у нас есть и помазание, есть и сила, и вера, но мы должны простираться вперед, как Павел говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Как спортсмены приходят в спортзал, знаете, приходят, как бы, ну, не очень такой накачанный, но когда он начинает заниматься, смотришь, мускулы уже идет там, и в дверь не вмещается, толкает уже, а раньше проходил, в сторону уходил, накачался, сила пришла. И точно так же Господь ожидает, что мы будем возрастать во Христе Иисусе. И это нормальное желание, чтобы у нас силы больше, веры больше, помазания больше, творить Божью волю. И если мы почитаем, и мы из Писания, читая его, мы вдохновляемся примерами из прошлого, настоящего, да, мы тоже видим настоящие примеры. И вот Иисус Навин, давайте мы откроем 1 глава, со 2 и 3 стих. И мы здесь читаем. «Итак, встань!» Это обращение к Иисусу Навину, которому Бог поручил провести Израиль в обетованную землю, пройти через Иордан и войти в обетованную землю. Знаете, народ Божий вот эти 40 лет ходил по пустыне, ходил, и из этой пустыни вышел и подошел к Иордану. И вот здесь все воспаленный народ такой, знаете, мечтали, говорили, переживали, что будет обетованная земля. Там все течет, молоко и мед. Знаете, когда много обещают и все хорошее, люди хотят. Да, и вот тут подошли, вот это хотение, у них все ожидания полностью за рекой. Обетованная земля, за рекой, домы, виноградники, сады, ничего не делали, а все нам будет принадлежать. И вот такой народ весь в ожидании. Но вот здесь и Господь говорит, раб мой,
Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Второй стих, вот это, перейти, надо Иордан. А для чего перейти Иордан? Знаете, Иордан, мы знаем, много говорили, это смерть, это похоронить все прошлое, все нечистое, все, что удерживало от победы, от прорыва, от силы, от помазания, от победы, все должно умереть в Иордане. Со старым грузом ты не войдешь, все старое не даст тебе войти в новое, оно удержит, оно тебя разрушит. И вот здесь нужно просто оставить, похоронить в Иордане все. И Господь говорит Навину, итак, встань. И вот здесь, знаете, пришли с пустыни, и как бы они в мечтаниях такие, вот сейчас перейду через Иордан, и все будет. Нет, а знаете, когда говорят, встань, пойдем, это значит, ободрись, что-то впереди ожидает такое сильное переживание, где-то какое-то, и мы знаем, что там ходили разведчики, когда Иисус Навин посылал разведать землю. И что они принесли, эти разведчики? 10 соглядатаев говорили, что стены большие, там великаны, там все сильное, оружие сильное, их много, как саранчи. И знаете, у многих руки опустились. Но вот этот Иисус Навин и Халев, они не смотрели на эти стены, не смотрели на это оружие, не на этих Голиафов, они смотрели на Господа. На Бога смотрели. И вот это давало вдохновение. Слушайте, они не видели этих ситуаций, обстоятельств, они видели Господа. Господь Владыка, Он пойдет впереди, Он сокрушит всякое препятствие, Он даст победу. И вот это на что ты смотришь, на что ты уповаешь, с кем ты идешь. Если ты идешь со страхом, неверием, сомнением, поражение будет неминуемо. Но когда я, как Давид, вышел против Голиафа, картину такую представьте, 40 тысяч армия Израиля, и вся трясется. Не надо музыки, щиты и мечи только брякают, и челюсти. Боятся, страх. А вот Давид пришел, слушайте, вот картина, он совсем другое увидел. Он посмотрел на этого Голиафа, слушай, в чем дело? Орлы! Ободритесь, да на кого вы смотрите? Да сейчас пойду, голову отрублю, и все, и мы знаем, потом отрубился этой головой, бегал долго. Бегали у него отнять эту голову. Он не смотрел на препятствия, не смотрел все, что враг там воздвигал против него. Он говорит, Господь со мной, Господь впереди меня. И победа пришла. И вот здесь, знаете, мы вот восхищаемся, Давид. Это муж, исполненный Духа Святого. Он исполненный полнотой Божией. Он и шел действительно с Богом. Он не просто цитировал, а он был наполненный Богом, вдохновленный Богом. И он смело подошел и отрубил голову. И человек, христианин, исполненный Духа Святого, он ничего не будет бояться. Нету страхов, нету сомнений. Он идет вперед по одной причине. Бог с ним. Знаете, когда Израиль подошел только к Иордану, в Иерихоне жители, они уже испугались. Еще Израиль на другой стороне. А у них ослабел дух. У них ослабели руки. А почему? Они еще сами стоят. Как перейти этот Иордан? Господь идет впереди народа своего, и Господь устраивает победу, Господь устраивает все дело. Поэтому нам нужно уповать на Господа. Аминь. И Иисус Навин, 3 глава, 5 стих. И прежде чем Иордан перейти, Господь говорит, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». «Очиститесь и освятитесь». Это не просто так, знаете, вот пошел, и обетованная земля пред тобой лежит, неправда. Там надо сражаться, сражаться за домы, за всех надо сражаться, за жен, за детей. Дьявол ничего просто так не отдаст, нужно сражение. И победа приходит в этом сражении, когда ты уповаешь на Господа, когда ты с Господом выступаешь.
Победа просто. Сказано, мы на победу обречены. Обречены. Другого нету. Если ты с Господом, ты победитель. И это все будет. И никуда не уйдет. И вот здесь очиститесь, осветитесь. Это очень слово сильное. Значит, надо что-то оставить. Что-то у нас есть. Вот сколько раз Бог говорил Израилю, там какой-то переход, какая-то должна победа там на высоту подняться или что. Очиститесь и осветитесь. И они говорят, а мы люди честные, ничего нет. А вдруг раз вот звезда этого, кого, Римфана или как? 40 лет, оказывается, прятали надежно. А так, а люди честные, ничего нету. Не-не-не-не-не. А Господь говорит, знает их насквозь. Знаете, у нас вот внучка моя, она играла у дверей в одной комнате, а я в другой. А потом вышел, она играет, внизу, а я вверху. И я вот так по стенке постучал, она наверх не смотрит, по бокам никого нету, я опять. А я опять постучал, вот 3 раза. Я так понял, слушай, мы вот так и вот смотрим внизу, а наверх забываем смотреть. И Господь нас видит, какие мы честные. Мы люди честные. И поэтому действительно Господь хочет, чтобы мы оставили в этом Иордане, похоронили все, что удерживает от победы. А у нас есть что оставить. Это конкретно я знаю точно. Святой. Что такое святой? Кто знает? Отделенный. От чего? От греха. Но это одна часть. Отделился, и что дальше? А вторая часть – войти в призвание и исполнить. Вот это святой. Когда мы знаем в храмах, когда Моисей по подобию создавал скинию, что он делал? Освящал все сосуды, все освящал. Для чего? Чтобы их потом можно было использовать. И когда человек отделился от греха, но не входит в свое призвание, не служит Богу, никакой он не святой. Только когда он служит в своем призвании, тогда у него жизнь действительно наполняется Божьими благословениями. Эта жизнь действительно содержание имеет от Бога, исполнена Духа Святого, жизни, благословения, радости. Человек действительно переживает радость и удовлетворение, когда он служит Богу. А когда сидит и считает, я святой, отделился от греха, ты уже грешник, ничего не делаешь. Господь говорит, что может рука делать, делай, а ты не делаешь. Аллилуйя. Поэтому нам надо осветиться, оставить грех и войти в призвание и служить от всего сердца, от всей души, разумения и крепости. Никогда мы в Библии не читаем, чтобы служить Богу спустя рукава, или там чуть-чуть пойду, послужу, галочку поставьте, служитель пришел, там что-то перенес, и это нет. Там полагать душу от всего сердца, от всей души, разумения и крепости. Когда ты вот так служишь всем своим, просто каждой клеточкой Богу, Бог никогда не был никому должником. Он воздаст, Он подкрепит, Он проведет. Я знаю, мы с женой служили, кто знает, тот знает. По 18 часов и молились, и проповедовали, и служили. Вот просто были заняты. И нам другие говорили, вот вы там за семьей не смотрите, дети там где-то будут неухоженные и прочее, прочее. Ну вот так Бог видел ревность нашу. Знаете, все управилось, все, как говорится, пришло в порядок. И дети были ухожены, и все состоялось, и получилось, и слава Господу. Я знаю, что служить Богу, и Бог ожидает последние времена, чтобы мы служили Богу от всего сердца. Знаете, сколько засасывает этот мир, вот этим комфортом, вот этой суетой, какими там делами, знаете, человеческими, показаться. Вот сейчас же все на плоть переходит, прически, платья там. Какой я святой, вот это лукавство, знаете, есть такое ложное смирение. Переполнена церковь, вот такой смиренный. Не прощаю, пусть первый простит. И вот прочее, вот это ложное смирение, оно как ржавчина поражает. И Господь говорит, оставь, осветись, действительно будь искренним. Господь говорит, с искренним я поступаю искренно.
И он ожидает, и он вправе это ожидать. Аминь. Он с нами честно поступил, искренне, от всего сердца, с любовью. И чтобы мы тоже полагали свои души. Аминь. Чтобы мы могли совершить Его волю. И Господь говорит, перейди через Иордан. Очистись и освятись. И нам надо похоронить. Знаете, вот что мешает? Запинающий грех. Тайный запинающий грех. Есть такой. У кого грех этот есть? Есть. Сидим. И я знаю просто, что этот грех, он разрушает человека изнутри. Сначала начинается изнутри. Приходят страхи, сомнения. Что бы он ни делал, он мира не имеет. И во Христе, служа в церкви, он что-то делает. Он знает, что это не будет, это не получится. Тогда он приходит. Пастор, помолись. Помолись, пастор, благослови. А кто тебя убрал от священства? Ты помолись, ты благослови. Господь говорит, ты помолись, ты благослови. Ты патриарх в семье, в доме, в родстве. Покажи это. Встань в проломе, воюй за жен, там, мужей и прочих детей, внуков. Воюй. А нет, он знает, что у него нету силы, нету помазания. И приходит, брат, помолись, сестра, помолись. Это тайный грех. И человек мучается, мучается от этого греха. Нету здоровья, нету благословения. Все как-то разрушается потихонечку. Как бы благословение рядом, благословляются другие. И он считает, и этот благословен, и там благословен. А у меня нету. А знаете, это мучение. Он в сердце своем осознает, этот человек, что он грешник пред Богом. Это мучение, это обвинение, это чувство вины сопровождает человека. И вот это, если от этого не избавиться, человек оставляет служение. Не могу служить, устал, изнемогаю, разрушаюсь. А потом, да церковь это, что церковь? Из церкви люди уходят. По одной причине бегают по церквям, бегают по служениям, бегают. Но от себя-то никуда не убежишь. И Господь говорит, освятись, очистись и перейди. Перейди, да, будет война. Там ничего дьявол не отдаст. Надо будет воевать, но воевать с Господом. Воевать, Господь на твоей стороне. Господь помощь твоя, Господь сила твоя. Это 3 стих. Смотрите, когда очистись, освятись, всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Я сказал. Господь говорит, я сказал, всякое место, это человек, облеченный в силу. Если ты пришел в какую-то ситуацию, обстановку, ты там голова, не хвост. Будет то, что ты скажешь по Слову Божьему. Почему? 5 стих. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. Здорово. Никто не устоит. А мы ходим, да вот там это кто? Никто не устоит. По одной причине. Во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Я буду с тобой, Господь говорит. Я буду с тобой. Не переживай. Я тебя не оставлю до скончания века. Аминь. Не оставлю тебя. Достаточно. Достаточно. Когда человек убрал вот эти все препятствия и помехи, чтобы Господь мог проявиться в силе и славе в тебе и через тебя. И Господь это ожидает. Он говорит, слушай, я поведу тебя. Я с тобой пойду. И все совершу. И как Израиль еще не перешел, я говорю, у жителей Иерихона, и руки опустились, и дух ослабел. Говорит, не можем сопротивляться. Все, уже сила ушла. Еще ничего не делали, только на подходе. И сколько, знаете, в Заполярье работал, и там официантки, повара, официантки, ну как бы это уже выработано. Сумки идут, переметные такие сумки, что и качаются, ну, жизнь, говорят, заставляет. И пришло время, что просто вот стоял вот на встрече, ну, потому что я там работал рядом, и гляжу, официантка с сумками бежит.
увидела меня раз назад. Я говорю, да вроде не БХСник. Чего там это? Я говорю, что? Да как-то неудобно, как-то стыдно. Что? Как Паниковский воровал и стеснялся. Говорю, не воруй, бояться не будешь. Это действительно, знаете, работал механиком по холодильным установкам, ну и, как знаете, до Христа тоже брал, да, и обосновывал, что мало платили, не додавали, я добирал. Вот, и, но когда покаялся, мне Господь сказал, ты вор. Я с ним 3 месяца спорил, как это вор, слушай, жизнь такая. И вот, а потом уже жена знает, я ночью вставал, всю ночь спорю, и сердце, ты вор. Да не вор, жизнь такая, всю ночь проспорю, а утром на работу. И уже потом сил не стало. Я думаю, у нас брат был там, такой Миша старый уже, лет 40 был тогда в Господе. Думаю, вот у него спрошу, как он скажет, так и будет. И вот прихожу и думаю, он как мне как-нибудь вот скажет, да, понимаю, сочувствую, переживаю, жизнь такая. И я говорю, вот, брат, вот так и так и так. Вор я или не вор? Он говорит, брат, а как ты через проходную, ну, проходишь? Я, какая проходная? Ты о чем речь? Это забор. Он говорит, ну, ты сам и ответил. Обычно святые праведные через дверь. Остальные махают через забор. И пришел, покаялся, и все, оставил. Так, знаете, это ладно, что, а потом... перестал, все, покаялся, больше не... Я мне, вот знаете, как дьявол начал подсовывать, всего, машиной вози, а я нет. Вот я все-таки соблазн, думаю, может, еще 2 рейса сделаю, а потом покаюсь. И вот эта борьба была, а потом нет. И знаете, конец рабочего дня, я иду через проходную смело, и никто не спрашивает меня, я оглядываюсь, ну хоть бы кто спросил. Что ты там несешь? Никто не спрашивает. Я же волноваться стал, думаю, остановлюсь, попрыгаю там, но кто не спросит. Никто не спрашивает. Так, знаете, я прошел как герой. Вот такая свобода пришла. Я ничего не своровал. Я свободный. Это не передать чувства. Я свободный, вот как герой, как орел прошел. И действительно, когда мы оставляем всякий грех запинающий, притыкающий, это значит, вот бежит спортсмен, видели же, вот бежит, а потом споткнулся обо что-то, бабах, и до финиша, вроде рядом был, другие перешли, другие обогнали, а этот человек не добежал первым, почему? Споткнулся. И вот так же в жизни христианина вот этот тайный грех, запинающий грех, он останавливает, он разрушает, сам человек мучается. И я верю, что, как Господь говорит Иисусу Навину, перейди через Иордан. Умри для своего я, для эгоизма. Все, что удерживало. Потому что Господь не терпит вот этой половинчатости. Давайте мы откроем Матфея 6:24. И вот здесь мы читаем, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Тут определенно Бог говорит, слушайте, не можете. Определись, Богу или мамоне, что-то одно. А так будет шпагат, такой шпагат нехороший, со скрипом и рваньем. А вот тут определись, тогда ты будешь чувствовать себя прекрасно, чудесно, ты будешь благословен, ты будешь способен исполнить волю Божию, твоя жизнь наполнится полнотой Христовой. И вот здесь надо определиться. Такой век, последнее время, дьявол вот этой мамоной просто трясет, соблазняет, и люди все бросают, идут, и думают, благословенный Богом. Нет. Знаете, один... пастор делал исповедание, люди приходили и исповедовались ему в своих грехах, там, что, чего натворили. И знаете, 25 лет он исповедовал этих людей. И вот все грехи, говорит, какие только есть, я все наслышался. Все было. Один грех только не назвали. Жадность.
Ни один не назвал, что он жадный. И все вот эту жадность оправдывали какими-то, как сказать, ситуациями, обстоятельствами, нуждами, переживаниями. И жадность не жадность, а прямо щедрый, но никому не дам. Вот поэтому, знаете, у нас такие вот бывают, что грех вот так он запал, что ты понимаешь, что этот грех, но не хочешь расстаться. А пытаясь оправдать, как-то вот что-то, или отодвинуть его, но он мучает и он разрушает брата или сестру. И поэтому пришло время оставить, похоронить этот грех. Аминь. Аминь. Написано, а вот на кого я презрю. На кого? На сокрушенного и смиренного духом и трепещущего пред словом моим. Вот на кого я презрю. Действительно, Богу нравятся эти, кто смиряется, кто послушный Ему до конца, без всяких условий. А идет, вот я, возьми меня. Знаете, надо быть с Богом искренним, откровенным. Не лукавить, не, Господь говорит, с чистым, чистым, с лукавым, по лукавством. Мы знаем, Исаия пророк, действительно, глубокий имел отношение с Богом. Посвященный человеку Богу. И казалось бы, ну где там у Исаии что-то найти? Но когда он пережил встречу с Богом, что он упал, как мертвый, и говорит, я человек с нечистыми устами, кто у нас со святыми устами? Есть что оставить, есть над чем работать, бодрствовать. Это наше желание, чтобы мы действительно поднялись на гору Господню и совершили победу, Божию волю исполнили. А если мы будем, как сказать, раздваиваться Богу или мамоне, святость и нечистота, оно не стыкуется. Свет и тьма не соединяются никак. Еще никто этого не смог сделать. Бог разделил. И это разделение работает до сих пор. И святые. Бог говорит, без меня не можете делать ничего. И Бог действительно с теми, кто посвящает себя Богу, кто хранит для Бога, кто отдается для Бога полностью. Это полное посвящение. Никаких игр. Это действительно последнее время. И Бог не ожидает, знаете, что мы будем как-то вот играть. А мы сколько вот этого лукавства, лицемерия, лжи, сколько покаяний было? Много было? Много. А каются и думают, за дверь выйду, и пойду туда, где и был. Господь ожидает вот этих перемен побед, чтобы церковь поднялась в силе Христовой, в силе Божией. Было прославление сейчас, слышали, знаете, помазание идет. Помазание, оно просто так не приходит. От посвящения, от святости Господь изливается через этот сосуд. И Бог ожидает, что ты будешь говорить, ты будешь молиться в силе, славе, и чудеса будут действовать, Бог будет проявляться, люди будут спасаться. Ты будешь иметь авторитет, будут говорить, вот человек Божий пошел. Знаете, в Заполярье работал, опять расскажу, там был у нас мясной цех полуфабрикатов. Они там рано приходят, что-то, не знаю даже, может, с полчетвертого, и уже там работают. А я приходил пораньше, дома помолюсь, жена знает, встану, помолюсь, и пойду, там сосновый лес такой, помолюсь. И вот иду в цех, а там был бригадир это полуфабрикатов, маленький ростом, ну матершинник, ну маты были, не знаю какие. И вот иду, промолюсь, так хорошо, иду, и он сидит, ну и как обычно, матами обложит, а мне что, благословляю тебя, иду. И вот как-то все вот было на сердце, ну, как бы нехорошо. Думаю, ну, так, Господи, вот так помолюсь, так хорошо, вот, ну, убери ты это, что ли. А потом как-то помолился, и в лесу там помолился. Иду, вот летаю, и сидит уже издалека, вижу, о, Господи, ну, не дай просто омрачить меня, ну, так вот хорошо на сердце. Иду. И я уже приготовился, сейчас трехэтажный, семиэтажный там и прочее. А он говорит, вот человек Божий идет. О, у меня крылья выросли. Я полетел. Так знаете, я потом несколько лет работал,
когда он видел меня, ничего другого не мог говорить. Человек Божий идет. Он сам рот не понимал, у него рот скажет, и он смотрит на меня, глаза такие испуганные. Другими словами, было, было. И вот это состояние, я знаю, когда услышал это, просто летал. 100 килограмм, но взлетал. Так что это действительно чудесно, иметь глубокие отношения с Богом.